Вот это Гайд-парк и станция Мюзеум. Мы направляемся в Кембридж колледж. Если вы видите там вдали Salvation Army, армия спасения. Вот в этом здании, где есть Salvation Army, несколько этажей, большое количество этажей занимает Кембридж колледж. Если сказать честно, конечно, много колледжей, языковых школ, там находятся языковые школы и курсы ВЭД. Видите, вот здание Salvation Army там. Курсов много. Дело в том, что надо выбирать те, где работают твои друзья, где трудоустраивают наших студентов, где хорошее отношение к нашим ребятам, в том числе и к агенту, то есть ко мне. И соответственно, как я уже говорил, надо бить кулаком, то есть надо добиваться целей, концентрируя свое внимание на лучшем. Кембридж колледж на данный момент является одним из лучших, потому что он является частью Академии коммерции, с которой мы очень тесно работаем. Вот, имею шанс вам показать людей. И, соответственно, если мы будем работать, а мы работаем уже в Кембридж колледже с Академией коммерции, я думаю, что это будет лучше всем. И студентам, и мне, и, надеюсь, Академии коммерции. Тоже я знаю, что люди очень, очень довольны нашими студентами, люди очень довольны работой на нашем рынке. Мы сейчас находимся в лифте, лифт Otis. Вот, пожалуйста, этажи. И вот мы на пятом этаже, это один из этажей Кембридж колледжа. Вот баская девушка. Удивительная. How are you today? Good, thank you. How are you? Good. It's for Russia, it's for Russian students, so for people to come. Okay. You see? Очень-очень симпатичный. But so he's looking at me now? Yeah, it's looking at me. Hello. And I'll show around. Yeah, it's very big, yeah. So yeah. It's beautiful. Очень хороший став, очень. Вон там вдали мы видим очаровательную нашу Ларису. Вот. Так что вот, смотрите, какие компьютерные классы замечательные. Все новое. Академия коммерции вообще обалдеть сейчас. Вот. И вот Лариса и Мажена дружески разговаривают. Сейчас я подойду к ним и порешаю некоторые вопросы по нашим будущим студентам и по нашему сотрудничеству, потому что оно достаточно продуктивно. А теперь давайте поговорим о тех курсах, которые Кембридж колледж и вообще Академия коммерции может предложить своим студентам. Во-первых, начнем с английского. Это в данном случае это пятый этаж Кембридж колледжа. Это образование и в Академии коммерции тоже. Это образование в различных, на различных уровнях, в различных отраслях знаний, допустим, английского языка. То есть это и курсы подготовки к различным тестам, и Кембридж, и IELTS. Это общий английский, General English, это курсы подготовки к обучению, то есть EAP. Соответственно, для каждого человека, бизнес английский, для каждого человека найдется то, что ему в действительности нужно и на том уровне, на который он как бы способен. Затем это ВЭД-курсы. ВЭД-курсы в основном это от сертификата 2 до Advanced дипломы в области менеджмента, лидерства, маркетинга и коммуникации. То есть это те, в общем-то, отрасли, которые достаточно популярны в России. Соответственно, к сожалению, из-за того, что Россия является страной уровня 3, или, скажем так, достаточно высокого риска визового, иммиграционного, соответственно, на курсы типа ВЭД, то, что раньше называлось 572-я виза, получить визу достаточно сложно. Но уже находясь здесь, конечно, вы можете выбирать эти курсы. Они недорогие, они достигают $6000 за год, но это достаточно хорошее образование, это достаточно комфортные условия. Вы видите, что опять-таки есть ребята, которые русские здесь, бывшие наши студенты работают. Здесь есть
ребята, наши друзья из Польши, из, вы видели, Испании, девушка баск, с Басконии, есть ребята из Италии, есть наши друзья из разных стран, которые так или иначе, со Словакии Ричард, которые, в принципе, являются нашими друзьями. Работать, учиться всегда лучше с друзьями, потому что мы составляем одну команду. В очень скором времени, из-за того, что нам удалось все-таки сделать своего рода такой союз, такую федерацию, скажем так, с Kings on Институтом, мы работаем сообща над разными проектами, в том числе и по русскому, по украинскому рынку, но не только. Я думаю, что вот эта система Articulations и RPL, она позволит тем ребятам, которые сюда приходят, соответственно, в бакалавриате, в KY, гораздо меньше проводить времени, экономия порой до года учебы. Это достаточно серьезно сказывается на вашем кошельке, то есть вы экономите свои деньги. Главное, чтобы вы, ребята, понимали, Академия коммерции, в том числе и Кембридж колледж, где я сейчас нахожусь, это не просто очень хорошее, добротное учебное заведение австралийское. Это не только первая ступенька в вашей карьере и первая ступенька в плане дальнейшего образования. Это наши друзья. Это люди, которые вот сейчас буквально я договаривался о трудоустройстве одного из наших ребят. Я договаривался о как раз вот этот, все эти выставки, которые мы будем проводить, в том числе и в Украине, и в России, вместе с Kings on Институтом, то есть будем делать раскрутку и для Академии коммерции, в том числе и Кембридж колледжа. И поэтому эта система. Пожалуйста, обратите внимание на Кембридж колледж. Если вам интересно, связывайтесь с ребятами, которые здесь работают, которые здесь учатся, интересуйтесь этим. И поверьте, вы, друзья, не пожалеете. Большое спасибо, ребята. И если вам нравятся вот такие ролики, ставьте свои комментарии. Это немножко отличается от той достаточно резкой тематики, которая была. Но это ролики по делу, это ролики по тому образованию, ради которого, по крайней мере, часть из вас едет в Австралию. Всего вам доброго. И оставайтесь с нами на канале «Одна Австралия» с Александром Петровым.